Накануне исследовательский центр портала SuperJob провел опрос, согласно которому выяснилось, что отмену единого государственного экзамена поддерживают 66% россиян. Положительно к ЕГЭ относятся всего лишь 19%. 5% этим вопросом не интересуются. В свою очередь мы решили поинтересоваться мнением тверичан по данному вопросу. Напомним, что дискуссия вокруг ЕГЭ возобновилась после предложения президента Владимира Путина вернуться к традиционной системе обучения в вузах сроком от 4 до 6 лет, вместо разделения на бакалавриат и магистратуру. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Разделение было предусмотрено Болонской системой, в которой Россия участвовала с 2003 года и объявила о выходе из нее весной 2022. Что по этому поводу думают жители областной столицы, мы решили выяснить в ходе опроса нашей съемочной группы. Думаю, что ЕГЭ сейчас для вот хорошего высшего образования это совсем не тот уровень, потому что там натаскивают на тесты, на определенный алгоритм, а совсем думать самостоятельно ЕГЭ, конечно, не учит. Я считаю, лучше в школе тогда, а не в институте. В школе, наверное, ребенку проще, он уже все знает, и педагогов, и все, и более подготовлен. А в институте все заново, это стрессы, я думаю, нет. ЕГЭ, оно заставляет молодежь мыслить узко, ну, это моя точка зрения. Вот, потому что, например, даже тоже сочинение по русскому языку – это шаблоны. Вы должны этот абзац начать так, этот абзац начать так. Взгляд на произведение, чтобы написать аргументы, тоже как бы, как учитель сказал, так ты думаешь. Ну, это машинный экзамен, это не... То есть не раскрывает способности ученика, то детей просто натаскивают на тесты и никаких знаний ноль. Они перестают думать, они просто тестовым ответом просто как-то приучиваются последний год перед сдачей и все. Страшайшие экзамены, вот как были у нас, я помню, не списать абсолютно. Вот. И поэтому либо ЕГЭ, но это уже, конечно, смотреть, либо строжайшие экзамены. Но все это должно быть. Должен быть обязательно какой-то вот отбор. Мы кончали наш университет, да, у нас есть опыт. Но как он применим сегодня, трудно сказать. У меня сестра педагог, она преподает в гимназии. Она отвергает сегодняшнюю систему образования. В ЕГЭ есть только один, по-моему, плюс. Это то, что многие из глубинки могли поступить в вузы. Все остальное, то система знаний, которую она дает, очень спорна. И в принципе для России неприемлема.